По итогам 2021 года почти на 20% увеличился объем экспорта товаров местных производителей. Сумма экспорта выросла на 91 миллион долларов США и составила 585 миллионов долларов. Эксперты отмечают новый уровень развития международных торговых отношений. Ряд экономических показателей приближаются к допандемийному уровню. Увеличение внешнеторгового оборота, продвижение товаров и услуг предприятий Ульяновской области на зарубежные рынки является одной из приоритетных задач развития экономики региона. Несмотря на объективные трудности, связанные со снижением темпов международного экономического развития, внешнеторговый оборот Ульяновской области по итогам 2021 года увеличился на 30%. Или на 274 миллиона долларов США по сравнению с 2020 годом. Торговыми партнерами Ульяновской области за 2021 год стали 109 стран. В пятерку крупнейших входят Алжир, США, Казахстан, Беларусь и Германия. Основными торговыми группами экспорта остаются автомобили и автокомпоненты, продукты неорганической химии, электрические устройства, механическое оборудование, техника и мебель. Постепенно мы по торговому внешнему обороту приближаемся уже к показателям 2019 года, то есть до пандемийного. И с учетом сохранения подобной динамики мы рассчитываем о том, что уже в 2022 году, и это одна из наших задач в соответствии с национальным проектом, безусловно, уже выйти наконец-то на те показатели допандемийные, чтобы дальше развивать это направление. Продвижение этого направления является одним из главных приоритетов национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Среди задач, которые ставит перед собой региональное правительство, сохранение и рост темпов экспорта, выход на новые рынки, активное участие в международных выставках и ярмарках, а также поддержка региональных экспортеров. По объему товарной массы в суммовом выражении 37% того, что экспортируется с территории Ульяновской области за пределы России, это продукция субъектов МСП. Я хочу напомнить всем предпринимателям региона о том, что у нас в регионе действует региональный экспортный центр. И экспортный центр готов оказывать всяческую поддержку экспортерам в продвижении их товаров на экспортные рынки. Одним из активных участников регионального рынка экспорта является компания «ВАВС». Она занимается контейнерными и автомобильными международными перевозками. Еженедельно экспортер направляет по 6 машин на территорию Европы, а также принимает импортные грузы в Ульяновской области. Большой объем работы компании связан с консультированием участников внешнеэкономической деятельности региона. Ну, наша компания оборот имеет где-то 500 миллионов рублей. Вот, это экспорт услуг, соответственно. Этот год мы рассчитываем закрыть где-то с 1 миллиардом рублей. Вот, со странами работаем. Это Турция, это страны Европейского Союза, это Китай. Да, на сегодняшний момент сильно рынок меняется. Да, то есть мы видим новых игроков, особенно со Средней Азии приходит все больше и больше машин. На заседании было подписано соглашение о сотрудничестве между холдингом «Российские железные дороги» и региональным центром поддержки и сопровождения предпринимательства. Развитие и поддержка экспортной деятельности региональных компаний будет продолжено на уровне правительства Ульяновской области. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Ул-Правда ТВ.